Пришла зима, и я снова приехал в Владимирскую область. Летом я тестировал здесь вездеход «Шатун». Кстати, обязательно посмотрите видео на нашем канале. А вот это второе поколение вездехода – «Шатун Нео». Про него и сегодняшний рассказ. Машина стала шире, выше, появилась светодиодная оптика, изменили точки крепления зеркал заднего вида. Лебедка теперь встроенная, управляется из салона. Я напомню, раньше ее крепили вот сюда, на силовой бампер. Лобовое стекло с обогревом открывается, но вот так. Обратите внимание, оно не выходит за габарит. Это сделано специально, чтобы при езде по лесу вездеход мог спокойно подминать деревья. Мотор стеклоочистителя поставили на кромке стекла двери. Чтобы не делать длинную проводку, рядом с ним установили клеммы. С их помощью замыкается цепь питания дворника и обогрева стекла. Дверь стала компактнее, раньше она открывалась в сторону, теперь откидывается. Таким образом, поручень превращается в подножку. Основные визуальные изменения в том, что кабина стала короче, а жилой модуль больше. Это сделано для того, чтобы удары приходились не на механизм сочленения, а вот сюда, на днище. Механизм сочленения тоже доработан. Шаровые опоры убрали, теперь тут шкварневой узел. Гидроцилиндры перенесли вверх. Их не повредить, если машина повиснет, скажем, на пеньке. И теперь в колесах стоят вот такие канистры по 45 литров. Сюда можно заливать как дизельное топливо, так и воду. Чтобы было легче загружать вездеход вещи, колеса можно полностью спустить. Причем как все сразу, так и раздельно шины задней и передней осей. Накачивают колеса выхлопными газами. Так вездеход буквально отжимается от земли секунд за 30. Основные изменения в салоне в том, что здесь теперь нет двух педалей тормоза, а есть вот такие два рычага. Они служат для раздельного торможения левым и правым бортами, а в более дорогих комплектациях это управление фрикционами. Рулевая колонка регулируется по углу наклона, достаточно в широком диапазоне. Можно отрегулировать и кресло. Ну и обратите внимание на коробку передач. Это вазовская пятиступенчатая механика с тросовым приводом, но переключение у нее обратное. Первая передача вот так включается, от себя и вниз. Панель приборов разместили сверху. Теперь вода точно не зальет. Вот здесь оставлено место для монитора камеры заднего вида. Обзорность у вездехода отличная, да и места в кабине много. Два человека крупного телосложения не почувствуют себя тут, как сельди в банке. Теперь пора попробовать «Шатун Нео» в деле. Поехали! Плавность хода машины почти как у кроссовера. Секрет в том, что теперь все шины «Шатуна» связаны так называемым воздушным поясом. Если одно колесо наезжает на камень, выхлопные газы из него перетекают в другие баллоны. Так вездеход меньше болтает и трясет. Заметенную снегом горку «Шатун» берет так легко, что я даже не задействую пневмоблокировки фирмы «Спрут». А как насчет более крутого подъема? Для вездехода и он не стал проблемой. Легко подминая крупные кусты, «Шатун» забирается наверх. Теперь пара слов о жилом отсеке и продолжим испытание. В эту площадку можно использовать как угодно. Скажем, в качестве стола. Я сижу в жилом модуле, здесь довольно просторно. Подо мной двигатель Кубота, естественно, дизельный, мощностью 45 лошадиных сил. Тут же находится автономный отопитель, вот это пульт его управления. Ну и сейчас пару слов расскажем про салон. Длина спального места 2,10. Я при моем росте 1,90 м уместился здесь без проблем. Что еще есть внутри? Светодиодная подсветка, люк в крыше, а в более дорогих комплектациях ставится остекление. В базовой комплектации вездехода 4 рундука, 2 из них в жилом отсеке. Вот посмотрите, такие крышки. Сюда легко влезает газовый баллон. Еще один важный факт. Обслуживать силовой агрегат и трансмиссию можно, не выходя на улицу, в тепле. Доступ к двигателю отменный. Части пола съемные. Они открывают доступ к бортовым цепям. На цепях появились так называемые успокоители. Это решение избавило от лязгающего звука цепей. Но вернемся к испытаниям. «Шатун» получился шустрый. Максимальная скорость 45 км в час. И довольно крепкий. В передней части вездехода установили толстые алюминиевые листы. Ими машина без проблем ломает лед. А вот так «Шатун» может резко развернуться. Для этого достаточно потянуть на себя один из рычагов и нажать посильнее газ. Как мы ни старались, под лед машина так и не провалилась.
Кстати, шатун Нео может брать на борт тонну груза и перевозить ее хоть по болоту, хоть сплавляться с ним по воде. И еще одна проверка на прочность. Вездеход движется через подлесок, подминая силовым бампером крупные кусты и небольшие деревья. После этого осмотрел машину. На морде медведя-шатуна не осталось глубоких царапин и вмятин. Этот вездеход окрашен защитным покрытием «Рептор», но от него уже отказались и теперь окрашивают «Тафлайнером». Говорят, оно прочнее. Вездеход «Шатун Нео» без учета доп. Оборудования и опций стоит 3 миллиона 700 тысяч рублей. Много это или мало? Каждый решает сам. Мое мнение – это адекватная цена за машину с хорошими внедорожными возможностями и приемлемым уровнем комфорта.